Короче, на днях мы решили заглянуть в симулятор таракана. Или еще эта игра вообще не зашла. Ну прям вообще от слова совсем. Но я еще надеюсь пару раз его туда затащить. Чтобы мне его было проще затащить, поставь лайк, и я сниму для тебя полноценный ролик по этой игре. Где ты, мразь? За холодильником спрятался? Блин, я так привык вставать на контрол, это просто жопа. Куда ты побежал? Вот был бы, сука, я тараканом, я тебя... Да твою мать, ты чё, в тебя попасть-то не могу? Я на лёгке, а? У меня ж мурашки по коже. Да, ты умеешь летать. Чем бы тебя ебать-то, чтоб ты не мог летать? Я случайно. А как летать? Я тоже понять не могу, как летать. Если бы человек мог летать, я бы летал. Мужик. Ну, сука, берегись. Где ты летаешь? Ты жужжишь у меня в правом ухе. Сука. Знаешь, как сложно, сука? Блин, как это работает, я сам понять не могу, честное слово. Чем бы тебя по голове желательно? О, нихуя! У меня есть дробовик, нахуй. Мне хуй. Где ты, сука? Блин, я не умею стрелять, мне похуй. Блин, интересно использование дробовика, понял? Я тебя ударил дробовиком. Где ты, мой поросеночек? Как ты так перемещаешься? Почему я не могу стрелять? Меня за***л гудеть холодильник, это просто вообще жопа какая-то. Где ты, мразь? Я обрез за холодильник уронил, вытащи мне его. Я обрез за холодильник уронил. Я, сука, из-за тебя обрез. Мразь, ты оставил меня без обреза, мразь. Я тебе глаза выколю, мразь, я тебе глаза, сука, выколю. Где ты, маленький мой? Где ты, мразь? Ты, сука, ты меня доведешь до паники, я буду этим таракана-давителем. У всех там какие-то планы на жизнь, а я буду таракана-давителем. Рома, ты здесь? Я здесь, но я только Ты хуй мне баночки мои разбрасываешь, мразь! Таракани ножки, ёпта! Ты вообще охуел! Где ты? Я тебе сейчас устрою таракань, бега. Мразь, где ты, сука, я тебя найду. Я тебя по ипке вычислю. Где ты, сука, таракан? Капец, ты как какой-то паук ползаешь. Это мне говорит таракан, мать твою. Не тащи тарелку. Да с какого хуя я не попал туда, блядь? Ну, я сейчас закрою тут, блядь, всё, сожгу, блядь, ну, блядь. Смотри, что я придумал. Смотри сейчас, что придумал. Блять, чё? Вот это я в онлайн-играх. Блять, не там заспавнил. Блять. Прошу прощения, блять. Не, Ром, вот это то, блять, слит хуи. Именно следующий момент я могу назвать всего двумя словами. Приключения в шахте. О, туалет. А чё ты не можешь? Это не туалет. Да ну, это туалет, блядь. А, туалет? Ты не сельский человек. Хорошо, хорошо, замечательно. Заебал же ты меня уже убивать просто. Иди сюда. Иди сюда, я нашел вход. Не пи***и. Да я нашел его реально. Он, видишь, я флайер пускаю даже. А, ты в натуре нашел вход? А, ну я пошел тогда. Так, я бегу. Бегу. Здесь поворот налево, я бегу сюда. Здесь вагонетка. Я бегу дальше. Потом поворачиваю направо. Блин, лагает. Типа, а... Ты где? Я где-то бегаю, я уже запутался сам. Тут тупик. Ты направо, налево после этого дорога. А, там, смотри, я бежал сначала... Блин, напугал же ты! Короче, чтобы было более-менее понятно, сейчас объясню. Я преодолел энное количество километров и добрался до какой-то пасхальной зоны. Во время того, как я шел, я раскидывал везде динамит. Ну и мой друг, Дмитрий, нашел мой динамит. Я решил воспользоваться этим моментом. Это мне что, обратно возвращаться? Так я не вернусь, надо спавнить... Я вижу бомбы.
Видишь? Нет, подожди, я сейчас вначале тоже появлюсь смысла, потому что нету. Пошли вместе. Сука, я себе, блядь, только хорошую пушку выдал, а ты, мудила, так поступил. Вот он ты, мразь, пошли. Сука, ты ебаща, хуй, ты меня пугаешь. А чё ты боишься? Чего боишься? Тебя, уебаешь. Уебаша. Смотри, сколько у меня? У меня 680% хп, на. Это ж надо было... О, смотри, это вот мы тут были, да? Ну то ладно, пошли к болоту, а болото... Болото... Пошли, ныряем. Ну пошли. Бля, вот я-то откинуться могу вообще спокойно. Куда? Пошли вверх, вверх плыви. Дима, мы дебилы, просто два дебила. Ничего страшного, мы на не вылезем. Если ты сейчас не понял, что произошло, давай я тебе объясню. Мы два дебила прыгнули в яму с водой, из которой выбраться нельзя, так как лестница находится очень высоко. То есть нас разработчик забайтил на то, чтобы мы туда спрыгнули и умерли. И то есть начали поиск с нуля. Мы, естественно, откинулись, но прикол сам в том, что я решил забайтить Димона. И что у меня получилось, сейчас ты увидишь. Тут подъем. А так, вот тут мы были, не туда немножко пошел. А, сюда прыгаем. Все, прыгай. Мудак ебаный. Ну, я упал где-то. При рождении. Ну, это роддом место называется. Я цепелею. Серьезно? С стороны себя просто не видел. Apollo 69. Эгегей, привет, спасибо тебе за твой просмотр, и короче, что хочу сказать, да? Короче, все интересные ссылки и название трека в описании. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан, жми колокольчик, ну прям ударь по нему, чтобы я слышал в ушками своими, что как бы ты колокольчик ударил, и оповещание о новых моих роликах придут тебе вовремя. Короче, еще раз спасибо тебе за просмотр, ставь лайк и пока-пока. А здесь был Гаррис Мод и... Симулятор таракана. 69.